Так, всем добрый день. Если меня видно и слышно, пожалуйста, отреагируйте на начало трансляции. Жду ваших плюсов. Благодарю за отклик. Итак, мы начинаем. Краткосрочный волновой анализ валютных пар и золота. С вами Александр Котин, аналитик официального партнера Альпари в Екатеринбурге. Итак, я перехожу на графики. Мы начинаем обзор непосредственно с пары евро-доллар. И после того, как я делаю плановый обзор, потом уже отвечаю на ваши вопросы. Итак, начинаем мы с дейли. Дейли евро-доллар. Привет-привет. Дейли евро-доллар. Мы видим формирование фрактала. Но данный фрактал еще не сформирован. То есть, чтобы этот фрактал был подтвержден, необходимо закрытие сегодняшнего дня. И если минимум действительно пробит не будет, то да, мы будем говорить о том, что действительно у нас формируется фрактал на линии баланса, и действительно там коррекция у нас завершилась, и вероятно мы идем обновлять максимум, то есть завершать вот этот импульс. Так, что у нас происходит на М30? Ну, давайте сначала возьмем 4 часа, для того чтобы понимать, что скорее всего мы находимся в коррекции. Вопрос только в том, закончилась ли вот эта волна, начавшаяся вот здесь. Ну да, вероятно, да. Вероятно, как бы в пятерочку мы пойдем, то есть в пятую волну вот этого масштаба именно четырехчасового. Ну, опять же, заметьте, что в динамике нужно воспринимать несколько иначе АО, потому как когда оно будет достраиваться, нам уже нужно брать будет 6 часов, и вот тогда здесь будет самый большой уход через ноль. Но в данном случае надо все-таки ответить на вопрос, завершилась эта коррекция или нет. Вот я почему-то больше склоняюсь к тому, что действительно она закончилась, по той же простой причине, что вот это вот такое вот длительное движение, оно не может быть, скажем так, четверкой вот в этом импульсе, начавшемся вот отсюда. Хотя бывает по-разному на самом деле. И если изучать уже то, что происходит вот тут, такое бывает, конечно, редко. Имеется в виду, когда вот цена, особенно вот летом, она вот такие вот движения совершает, которые не приводят к образованию импульса. Но рано или поздно этот импульс так или иначе начинается. Вот здесь 123 бара. И очень возможно, что здесь все-таки импульс формируется. И в начальных движениях может быть такое, что четвертая заходит за первую, хоть незначительно, но все-таки здесь видно, где максимально движущая сила находится. Единственное, что у нас не завершилось, это вот этот вот импульс, потому что у нас еще не обновлен максимум, а 24-го 11.20 по терминалу. И дальше можно уже его и посмотреть более детально, потому как тут достаточно важно это все оценить. Вот тут я считаю, что в нем только тройка завершилась, потому что у нас только одна дивергенция есть. И когда мы уже будем брать примерно минут так 10, а график-то будет достраиваться, и вот, скорее всего, мы вот этот максимум обновим. И вот как только это произойдет, будет видно здесь полноценный пятиволновой импульс, который может стать первым импульсом в восходящем движении среднесрочного масштаба, то есть вот этого порядка. Надо наблюдать. Вот если это случится, это будет признаком непосредственно формирования полноценного пятиволнового импульса, который может дать нам, опять же, после коррекции движение вверх. Фунт, дейли, на дейли формируется второй коррекционный импульс, там внутри у нас коррекция, как мы видим, не закончилось. Вот здесь вот нельзя торопиться с определением этой коррекции. Плюс, во-первых, она не достигла целевой зоны, как мы вчера сказали. А во-вторых, надо оценить снова вот это движение в более таком правильном масштабе, чтобы увидеть его подробности. Так, и вот дальше мы открываем примерно М30, и что мы видим? Ну, по идее, надо взять минут 40, но не буду заниматься построением. В данном случае, да. В данном случае мы могли говорить о том, что действительно импульс не закончился. И вот где-то часовой график, если брать, если взять действительно там минут 40-50,
уж чтобы вообще все было идеально по масштабу, именно по количеству баров, то тогда там, скорее всего, движущая сила и будет максимально именно вот в этом движении. Потом уход через ноль и еще одно движение. Ну, значит, надо исследовать то, что происходит вот здесь. Более детально, если это считать пятой волной в С, то есть вот в этом импульсе. И вот 10 минут, можно предположить, что да, действительно, этот импульс не закончился. Хотя, опять же, если его детально исследовать, то вот, пожалуйста, один фрактал, второй и третий, скорее всего, вот тут только у нас третья волна и завершилась. Дальше уход через нулевую линию и попытка снова обновить минимум. Ну и подойти к целевой области. Не исключаю, что такое может быть. А если хотим зайти вверх, то мы можем осторожно разместить где-то вот здесь отложку на покупку и ждать. И пусть он себе обновляет минимумы. И мы будем просто наблюдать за тем, что происходит. Ну или с часовика. Вот так. Швейцарский франк. Тоже, скорее всего, здесь коррекция. Смотрим, что в последнем ее импульсе происходит. То есть вот в этом движении. И более детально его уже надо смотреть где-то примерно минут на 20 открывать, 30. Ну вот. И здесь тоже у нас получается, что, скорее всего, мы в четверке находимся. То есть, видите, максимум не обновлен. И пока вот такое затяжное движение, и не исключено, что все-таки максимум может обновиться, и после этого может развиться движение вниз все-таки. Вот так. Австралийский доллар. Австралийский доллар, если говорить про дели, то не исключено, что у нас здесь был только один коррекционный импульс, и так как мы минимумы до сих пор не обновили, скорее всего, не будем их обновлять, то у нас может развиться еще один импульс в данную целевую область, так как она не была отработана, а чаще всего коррекции таким образом и происходят, то, что мы видим на 4 часах, опять же, не исключено того, что у нас был импульс, импульс и еще импульс, а вот во что это потом сложится, мы это увидим, сейчас не нужно загадывать, важно понимать, что в данном случае, если мы будем оценивать вот это движение, мы его смотрим где-то примерно на часовике, мы видим, что мы достигли уровня 76.4 по отношению вот к этому движению. И у нас здесь было одно коррекционное движение и второе коррекционное движение, то есть А, Б и С. А вот отсюда у нас развился еще уже новый импульс. И обратите внимание на то, что вчера мы не обновили его минимум. Вот он находится где. А внутри вот этого движения, которое вот на М30 хорошо видно. Даже по фракталам видно, что это А, Б и С. Минимум обновлен не был. И отсюда развивается что-то вверх уже. И уже вот это движение мы можем оценивать. Вот так долго все происходит. Но тем не менее структура, на мой взгляд, понятна, ее видно. Один импульс, коррекция, и вот еще один импульс формируется, который явно не закончен. То есть в нем только 1, 2, 3, 4, и не исключено, что еще максимум будет добиваться. И потом уже будет видно, во что это сложится. То есть очевидно, что, скорее всего, мы идем вверх. А вот японская иена, если смотреть дейли, то восходящий импульс еще не завершился. Если смотреть непосредственно где-то примерно часов 8 брать, то мы видим, что завершилась, вероятно, четвертая коррекционная волна и происходят попытки дальнейшего роста. Предпринимаются попытки, точнее, для дальнейшего роста. Ну, вот тут немножко, вот видите, вот этот импульс у меня размечен как полноценное пятиволновое движение, но это не совсем правильно, потому как, то есть за пределами минимум-то, оказывается, был где-то вот здесь, вот тут. Хотя нет, надо проверить, конечно, по ценам прямо. 122.79. 122.55, и здесь у нас 122.557, то есть все-таки здесь выше, все-таки минимум был вот тут, то
То есть вот где была первая волна, а то, что размечено как 1, 2, 3, 4 и 5, это только тройка завершилась, а вот это пятерка. Причем это все вместе складывается у нас в троечку, то есть в третью волну. Так, 1, 2, 3, 4 и 5. Вот так. А вот за пределами есть еще импульс. То есть, скорее всего, мы сейчас корректируем все вот это движение. Все вот это движение. И поэтому в данном случае нам стоит обратить внимание вот на эту целевую зону. То есть, мы уже в ней находимся. А если сейчас взять правильный масштаб, вот для этого импульса здесь 227 баров, взять часовик. Здесь будет 114. То есть, и вы увидите, что в данном случае вот она, несколько дивергенций, характеризующих завершение только третьей волны, которая началась вот отсюда у нас. А тут еще есть волна. То есть в целом мы можем говорить о том, что скорее всего мы находимся в четверке. То есть размечена у нас третья волна, как полноценный пятиволновой импульс. И мы можем исследовать то, что происходит вот здесь. Не нужно забывать о том, что четверки быстро не заканчиваются. И можно, конечно, посмотреть, что происходит прямо внутри этой коррекции. Потому как в данном случае здесь мы видим один импульс и еще один импульс. А вот этот импульс не завершился. То есть в нем, скорее всего, закончилась только третья волна. Это видно даже вот на 5-минутном графике. Но если открыть вот таким образом, здесь 89, и вот где-то 2 минуты, если взять, будет порядка 133 баров. И вот, пожалуйста, после ухода в положительную зону АО мы снова видим, что предпринимаются попытки для дальнейшего снижения. Поэтому в данном случае этот импульс еще, скорее всего, не завершен. Даже в таком мелком масштабе это видно. Но здесь можно рассматривать, я думаю, что дальнейшие покупки. Но не стоит забывать, что вот эти два импульса могут быть только волной А в коррекции. Если вы войдете покупку, там будет какая-нибудь волна Б, и потом еще волна С. И вот тогда тут нужно внимательно смотреть, будет ли развиваться здесь пятая всего масштаба вот этого часового, либо только волна Б будет развиваться. Потому что очень часто таким образом в четвертой волне развивается только волна А, потом еще Б, и потом еще С. Потому как чаще всего четверки так быстро не завершаются. Опять же, по моим наблюдениям, канадский доллар, пока мы растем, но смысл в том, что в данном случае на 4 часах я предполагаю, что у нас полноценный пятиволновой импульс образовался, и то, что мы, вот как раз таки та самая ситуация, о которой я говорил, то, что мы принимали за завершившуюся коррекцию, скорее всего, это была только волна А в этой коррекции, вот так, потом Б и С. И очень хорошо это будет видно где-то вот на часовике, где у нас будет 116 баров, а максимальная эта движущая сила будет вот здесь, вот в этом импульсе. А вместе они полноценного импульса нам не дадут никак, потому что не бывает минимальная, самая низкая движущая сила в третьей волне. Такого не бывает. Это означает, что у нас волна А состоит из двух импульсов, и плюс развивается полноценный пятиволновой импульс вот отсюда, который может стать в итоге там волной С по отношению к предыдущему импульсу. И вот если мы его действительно откроем в масштабе, мы увидим, что этот импульс не завершен, то есть в нем закончилась только четверка. Потому что все вот эти три фрактала говорят нам о чем? О завершении только третьей волны вот здесь, вот в этом импульсе. А за его пределами есть еще один. Поэтому если открыть вот это все в масштабе, ну если вот так открыть в масштабе, то это минут 5 надо взять. Или 4 минуты, там где будет у нас 108 баров, здесь не будет переворота через ноль, никакого. Это говорит о чем? Это говорит о том, что нам нужно уже все вот это движение подбирать масштаб вот такой. И вот тогда действительно, скорее всего, мы можем говорить о том, что этот импульс не закончился. Плюс есть подтверждение у нас на М30, допустим, или там на часовике, вот. Аллигатор нам показывает, что да, действительно цена уходила в сторону от линии баланса, но это же не говорит о завершении движения, это говорит о том, что после завершения импульса может начаться коррекция и может появиться еще импульс вверх. Поэтому надо осторожно.
здесь и, соответственно, дальше уже смотреть, что будет происходить. Если мы максимум обновим вчерашний, то, скорее всего, тогда вот завершится импульс, и вот тогда можно будет уже смотреть, что там будет, и, возможно, находить там ситуации для входа в продажу в среднесрочной перспективе. Пока, я думаю, надо подождать. Новозеландский доллар на дейли мы видим снижение, на М30 сначала берем вот так, где-то часов 6 у нас сформировался, возможно, пятерка в импульсе, начавшемся еще 29 апреля, а то, что мы видим на двух часах, здесь уже надо брать, вероятно, 3, не исключено, что в данном случае в этом импульсе, который начался у нас с вами от 10 июня, развивается только четверка. Потому что вот эти дивергенции говорят нам только лишь о том, что в данном движении завершилась только третья волна. И уход через нулевую линию, опять же, здесь меньше баров я специально беру. Почему? Потому что пройдет там пару дней, и все равно нам придется смотреть трехчасовой график. И в данном случае... Скорее всего, это только четверка в этом импульсе. То есть, когда мы его уже будем оценивать на М30, мы будем видеть одно движение и, вероятно, еще одно движение. Поэтому в данном случае надо оценить уже вот этот импульс, потому что вот этот оценивать не надо. Тут видно, что вот он, самый низкий фрактал за пределами линии баланса вот в этом масштабе, и где эта коррекция завершилась. А дальше уже оцениваем вот это более детально. И тут мы видим следующее, что в данном случае это тоже два импульса пока, и не исключен внутри дня дальнейший рост, потому как в данном случае нам прекрасно видно, что вот это вот полноценное пятиволновое движение, его видно, его структуру непосредственно по фракталам, и можно открыть в масштабе, и вы увидите, что да, действительно там полноценный пятиволновой импульс. А вот этот импульс еще не завершенный, а по отношению вот к этому предыдущему он станет там третьей волной какой-нибудь, что в нем уже видно, что движущая сила выше, чем в предыдущем. Хотя здесь всего лишь 76 баров, а здесь 94. Но вот это движение еще не закончено. Это будет прекрасно видно на 5-минутном графике. Вот он уходит через ноль, и первые дивера, которые были в этом импульсе. Поэтому в данном случае, глядя на М30, можно сказать, что пока рано говорить о завершении коррекции, плюс можно выстроить для нее целевую область, опять же, вот таким вот образом. Не совсем правильно, нужно, чтобы ноль был внизу, хотя, в принципе, сетка-то симметричная, главное, чтобы вы понимали, о чем идет речь. И вот, очень возможно, что целевая область для этой коррекции будет находиться где-то вот тут. Надо ждать, наблюдать. Золото. Говорили о возможном снижении. Пока, глядя на дейли, можно говорить, что да, действительно так и происходит. Если смотреть уже вот этот импульс в правильном масштабе, тут 28 баров, а мы возьмем с вами где-то часовик, то мы видим, что он, скорее всего, находится в фазе четверки. То есть в нем достроилась только третья волна. Вот это вот, которую я провожу линией, за пределами есть еще одна. Поэтому нельзя исключать того, что он может начать, точнее продолжить коррекцию вплоть до целевой области между 38,2 и 50%. И вот оттуда можно будет рассматривать какие-то среднесрочные входы в продажу. Очень может быть. Вот явно развивается только первый коррекционный импульс. Серебро, снижение на дейли. 4 часа, вот, пожалуйста, формируется, скорее всего, вот отсюда, от 18 июня, новый импульс. И здесь мы видим, что он в четверке, скорее всего, находится. То есть, вплоть, он может корректироваться вплоть до 16.03, и оттуда очень может появиться еще один импульс уже в рамках вот этого масштаба, где-то примерно часового. А может и не дойти до этого значения 16.03. Тут опять же надо смотреть, что происходит вот в структуре этого движения.
давайте посмотрим. Так, 156 примерно баров. Разобрать, что здесь происходит, в принципе, можно. Единственное, что не хочется на это тратить время, потому как в данном случае это может быть А, Б и С. Вот так. И как только она завершится, вот эта коррекция, очень может появиться еще один импульс вниз. Итак, я вам обычно не советую писать вопросов до тех пор, пока я не завершаю основной анализ, но когда я подхожу к золоту или серебру, это уже в принципе можно делать, однако в планах еще пара доллар-рубль и нефть. Вот доллар-рубль, говорили вот про этот импульс на 30 минутке, что он еще не завершен, то есть вот в нем только четверка завершилась и вот пятая волна. То есть можно говорить о том, что он подходит к завершению, и можно говорить о том, что очень вероятно, что когда он закончится, можно рассматривать еще движение вниз, потому как все-таки в данном-то случае это вот что. То есть это волна С по отношению вот к этому импульсу А, Б и С. И вот как раз-таки она подходит к целевой зоне, но пока еще туда она не зашла. Но вполне возможно, что внутридневные какие-то движения будут вверх, а потом оттуда можно будет рассматривать продажи. Нефть пока марки Brent, имеется в виду, застряла в каком-то диапазоне. Здесь движение особо не развивается, но тем не менее я предполагаю все-таки, что коррекция завершилась вот здесь. Это было 5 июня, и очень возможно, что был импульс, и этот импульс корректируется. Хотя нельзя исключать того, что здесь только волна B в четверке на дейли, и мы можем еще упасть, обновить минимум от 5 июня. Может и такое быть, потому как рынок достаточно вялый. Да если смотреть на час, то в принципе мы, скорее всего, идем вверх. Потому как завершилась коррекция, есть восходящий импульс, точнее, только четверка в нем закончилась. 1, 2, 3, 4, вот по ценам закрытия прекрасно видно, что как раз-таки мы остановились в районе максимума вот этого движения. И не исключено, что может появиться движение вверх. Так, переходим к вашим вопросам. К вашим вопросам, что у нас там, кто настроился вверх, Александр. Ну, ставьте отложки, нет смысла заходить с рынка. Я обычно так и делаю. Самый лучший способ не находиться там, где быть не надо. Пора покупать доллар, зимбабвийский рант или там африканский рант, как он правильно называется. Давайте посмотрим. Опять же, не помню, есть ли он у меня в пятом метатрейдере. Скорее всего, его тут нет. Придется вернуться в четвертый. Это, в принципе, быстро можно найти. Тем более, что данную пару мы с вами разбирали. Даже, наверное, что-то осталось. Так. Покупать. Угу. Давайте посмотрим. В принципе, это тренд восходящий, если смотреть на месяц. Да, но смысл в том, что нас будет интересовать структура вот этого движения, которое началось еще 1 мая 2011 года. Ну и в данном случае, я уже не помню, о чем мы тут говорили, но смысл в том, что в данном случае, скорее всего, здесь тройка еще не завершилась. И я бы вот этот импульс исследовал, чтобы просто не тратить время на все оставшееся. Так. Тут мы строили вроде двухдневный график, потому что структура важна здесь. Здесь важно структуру понимать, что здесь происходит. А иначе говорить сложно о том, что вообще здесь мы видим. Так, минуту. Построим тогда два дня. Будет видно, что это. Или там вообще строили двухнедельный.
два или три там получалось у нас. Явно видно, что в данном случае очень вероятно, что у нас еще не завершилось, не завершился весь этот импульс, то есть это пятое в третье очень может быть. И я бы посмотрел, что происходит в последнем движении, и чтобы, ну, просто ради экономии времени, часа 4 возьмем. И структура важна вот этого движения. Потому что если тут импульс, а тут у нас явно два импульса вниз, один и еще один. Ну вот так. Нет, рано. Это только тройка завершилась здесь. Обратите вот на это внимание. Вы можете посмотреть вот так вот. И вот так взять и сказать, что ага, вот он, полноценный пятиволновой импульс. Нет, неправильно. Вот это импульс. Вот это импульс. И вот это импульс. А это значит, что только это четвертая волна. Масштаб возьмите на 2 часа или на полтора. И будет видно, что в данном случае закончилась только четвертая волна. И мы еще будем обновлять минимум. Анализ рубля был. Давайте по порядку. Просто сегодня у вас много вопросов. Я вижу, что вы сегодня такие активные. И я хочу успеть все и ответить на все ваши вопросы. И разобрать все по плану. Роберт задает мне вопрос. Вчерашнее снижение по Audi. Как правильно разметить, что... чтобы вниз был полноценный импульс, даже если там было ABC, то C не получается пятеркой разметить. После ухода вниз, так, можно ли было ждать еще один заход? Нет, не нужно ждать ничего, я вам еще раз говорю. Вы сидите и ждете, вы продолжаете сидеть и ждать. А я вам еще раз говорю, что ждать ничего нельзя. Нужно понимать только то, что происходит по факту. Я так понимаю, вас интересует вот это движение. Но если вы на 30-минутном графике по фракталам видите, что это два импульса, а это видно, что это два импульса, зачем его еще размечать, и зачем его еще, и тем более размечать вот это движение? Тут и так видно, что оно полноценное пятиволновое. Если хотите подробности, пожалуйста, вот берите 101 бар. Виден вот этот уход через ноль? Видно вот эта дивергенция, дивер в третьей волне. Значит, это полноценный пятиволновой импульс. И в данном случае, вот в этом, на этом минимуме, где в 17.56 завершилась только тройка. Вот все. А вместе они складываются в два импульса. Все здесь просто. Некоторые моменты не нужно усложнять. Они лежат на поверхности. Так, Максим задает мне вопрос. Доллар-франк, движение вниз от 23-го. Подробнее можно разобрать, что это коррекция или все же формируется новый импульс вниз. Но, во-первых, надо отталкиваться от старшего интервала. А вы, по всей видимости, это забываете. Вот. То есть нужно брать, во-первых, дейли. И на дейли вы будете видеть, что в данном случае у нас был импульс вверх и развивается коррекция А, Б и С. И вот во втором коррекционном импульсе, вот в этом, на 12 часах будет видно, что здесь пятерка формируется, то есть пятая волна, которая находится в фазе четверки. То есть в ней еще нет завершения, она еще не обновила даже минимум третьей волны. А пятая идет всегда ниже третьей. Это только в классическом волновом анализе, они там находят всякие усеченные пятые волны, которых не бывает на самом деле. Это только никому не рассказывайте, это большой секрет. Вот. И когда вы откроете 4 часа, здесь будет 124 бара, вы будете видеть, что вы находитесь в четвертой волне. А дальше вы анализируете вот этот импульс от минимума, вот от этого минимума, от 22 числа. И вот здесь вот 65 баров, а на 3 часах будет вот он, 128. Так о чем это говорит? О том, что в данном случае импульс не закончился, это только А, Б и С. Вот это А, это Б, а это С. Ну, С может не обновлять минимум волны А. Вот так вот. И если мы обновим вот этот максимум от 23 числа, от 23 числа, то в данном случае у нас закончится только лишь, точнее, закончится весь вот этот импульс. И вот тогда
очень возможно, что можно будет рассматривать возможности для продаж все-таки. Вот так. Я вот таким образом отвечу на ваш вопрос. Я, конечно, могу ошибаться, но понаблюдайте, потому что в целом не исключено, что вот этот максимум от 23-го 16 часов это завершилась здесь только третья волна вот в этом импульсе, который начался вот отсюда, от 22 числа. Опять же, ну да, вот это А, Б и, соответственно, С. А С всегда полноценный пятиволновой импульс. И он развивается вот отсюда, 22 числа от 17.00. А то, что вот здесь вниз, это явно не импульс. Тут же видно, что это А, Б и С. То есть очень вероятно, что даже вот отсюда у нас пятерка формируется. Вот от этого минимума. Откройте вот на 10-минутном графике, на 5, на 6-минутном графике. Вот. 1, 2, 3. Вероятно, это только 4. То есть, а вот это все было А, Б и вот она С. Но в С вы не увидите полноценного импульса с точки зрения того, чтобы там был дивер между 3 и 5 волной. Это очень часто бывает в коррекционных волнах С. То есть там как раз в пятерке будет нарастание. То есть вот в этом масштабе. Вот так. Идем дальше. Сергей задает мне вопрос по фунт новозеландец. Новозеландец пора покупать. Ну, если говорить новозеландец доллару, вообще, если, не знаю, знаете ли вы это или нет, есть такое негласное, скажем так, понятие, когда вы говорите новозеландец, франк, там, евро и так далее. Это означает, что по умолчанию мы рассматриваем пары с этими валютами к доллару, да? А если вы говорите о кросс-курсах, то тогда нужно уточнять, какой является вторая валюта. Ну, по крайней мере, я знаю, что у трейдеров так, в трейдерском сообществе так заведено. А если говорить непосредственно о паре фунт к новозеландскому доллару, вот она, стоит ли ее покупать на восходящем движении. Вчера смотрели эту пару и говорили о чем? О том, что восходящий-то импульс здесь не завершен. Мало того, что мы видим на дейли, у нас был импульс один, коррекция, и вот еще один импульс, в котором тоже один, там, и он находится еще в фазе, вероятно, третьей волны, потому что если АО нарастает, это раз. А во-вторых, вот в этом импульсе тоже завершения-то нет. То есть вот часа три взять, если вы будете видеть, что, скорее всего, это коррекция. И разобрать эту коррекцию тоже можно. То есть на М30 мы будем видеть один импульс, и мы будем видеть еще один импульс, который, вероятно, не закончен. Хотя, когда вы его откроете на минутах 15, примерно, опять же, вам будет казаться, что здесь все завершилось, и вот он уход через ноль в четвертой волне. Но не забывайте о том, что этот уход через ноль, это может быть уход через ноль только в тройке, то есть только вот в этом импульсе. И при этом у вас за пределами будет еще один. Поэтому не надо торопиться в данном случае. Нет смысла здесь торопиться. Здесь стоит, если мы хотим сюда заходить, ну, можно где-то подержать отложку, пусть она будет подальше от текущей цены, ничего страшного, потому что так будет надежнее. Ну, упадет цена еще ниже, можно будет отложку подвинуть пониже еще. Я имею в виду buy stop. Вот. Евро, иена, тотальфата вопрос, австралийский доллар к франку. Евро, иена, как давно я не смотрел эту пару. Дели, растем, возможно, здесь это А, Б и С формируются, не исключено, потому что вниз был импульс, и может это быть только волной Б, потому что на неделе могла коррекция еще не закончиться. Это так, скажем, мысли вслух, но опять же то, что происходит у нас в примерно 4-часовом масштабе, здесь 132 бара. И в данном случае очень возможно, что у нас не закончилось вот это движение вниз, которое развивается. Опять же, у него вот максимум 1, 2, 3, вероятно 4. И, вероятно, мы можем еще подойти вот к этому уровню 137.92. Потому что далее стоит оценивать уже вот это движение, потому как
структура вот этого импульса видна по отношению к предыдущему. Опять же, это коррекционные волны, скорее всего, и в данном случае в них все происходит несколько иначе. Хотя, как посмотреть. И в данном случае я считаю, что этот импульс не завершен. То есть, вполне вероятно, мы будем еще вот этот минимум добивать. Точнее, уровень 137.92. И подойдем примерно вот сюда же. Может, чуть-чуть пониже. И тогда отсюда не исключено, что можно будет рассмотреть покупки. А вот австралийский доллар к франку. Тут у нас намечалось следующее. То есть мы говорили о том, что на Дели, вероятно, был импульс, вероятно, развивается второй коррекционный импульс С. Возьмем часов 8 для оценки, здесь 125 баров, максимально движущая сила находится вот в этом импульсе, то есть вот он достроился, но все это движение еще не завершилось. То есть здесь, опять же, не стоит торопиться, здесь только в этом импульсе, вероятно, завершилась только тройка. И поэтому вот если он не пробивает вот этот уровень, вот этот, и в пределах этого уровня формируется еще один импульс вниз и обновляет вот эти минимумы, то тогда вот да, действительно этот импульс завершится. То, что происходит, допустим, на часовике или 30-минутке, очень вероятно, что является подтверждением того, что это коррекция. То есть опять же вот отсюда надо взять это движение, рассмотреть его, вот на М30, пожалуйста, вот этот импульс первый, который состоит из двух, это волна А, дальше Б, вероятно, С формируется, вот отсюда. Она только в фазе четвертой волны, вероятно, пятая развивается даже в ней. 106. И в данном случае нам даже аллигатор говорит, что движение завершено. То есть, если он вот этот максимум обновляет, то в данном случае уже надо смотреть, завершилось ли вот это последнее движение, вот это. А это уже более подробно, там М5. Ну, видно, что оно не закончено, то есть опять же фаза только четвертой волны, то есть пока внутри дня оно может еще подрасти. А потом, ну, даже не исключено, что может и вот этих значений достигнуть, там 0.72-0.75. А вот потом очень вероятно, что может появиться еще один импульс в рамках вот этого всего движения, которое видно на 8-часовом графике, или там уже на 12 можно будет смотреть. Так. Повторите коротко про еврочку, если можно, доу. Ну, Евгений, как бы про доу мы говорим о валютном рынке в основном, просто по доу это нужно там разбираться. У нас осталось 2 минуты. Про евро не исключено, что и если мы минимум не обновляем вот этот, мы можем пойти вверх. Да? Может такое быть. Хотя бывает всякое. Поэтому как бы отложку на покупку я бы подержал здесь. Где-то подальше от текущей цены. Возможно, где-нибудь вот тут. Вот. А потом уже увидим, что будет. Так, еврофунт. Ну, давайте быстро. Еврофунт. Опять же, насколько помню, там говорили о возможности дальнейшего снижения. Так ли это будет видно сейчас? Дели. То есть вот очень вероятно, что вот развивается импульс. И в последнем импульсе, где-то вот на 30-минутном графике, очень возможно, что вот это все четвертая волна. Такое бывает. Потому что в данном случае вот это импульс, вот это еще один импульс. А минимум вот это мы пока не пробили. И в данном случае внутри-то вот этого движения уже видно, что это одно движение, второе движение. А дальше уже 10 минут. И вот, пожалуйста, очень вероятно, что полноценное движение завершилось. И очень вероятно, что мы можем достигнуть еще вот этого минимума в рамках вот этого импульса 22 июня. Так, что такое, да, ага. Ну, я не буду зачитывать ваши комментарии, меня будут интересовать только вопросы, анализ рубля был или нет, небольшой обзор. По рублю мы говорили с вами очень коротко, могу повторить, по поводу того, что
Здесь, скорее всего, может еще продолжится коррекция, то есть вот в рамках вот этого коррекционного импульса, и мы можем зайти, вероятно, в эту целевую область, откуда можно будет рассматривать, возможно, можно будет рассматривать продажи дальнейшие в среднесрочной перспективе. Доллар, Китай. Ну, давайте доллар к доллар к китайскому юаню, и на этом все на сегодня. В принципе, мы там, я помню, что эту пару мы ее с вами рассматривали. Буквально 2 минуты уделим данному инструменту торговому. Он сейчас многих интересует. Вполне нормально. Недельный график, вероятно, завершение коррекции. Вот она. А, Б и С. Далее дели, очень возможно развитие импульса второго, там К1 уже тут есть, вот этот, его будет прекрасно видно где-то примерно на 4 часах, примерно на 4 часах после завершения вот этой плоской коррекции. Если мы минимум пробиваем, скорее всего идем еще ниже, но вот это все разбирать я даже не буду, потому что это диапазон, так называемая плоская коррекция, она даже для масштаба дневного графика достаточно хорошо видна. То есть может быть одно движение, там еще движение, и соответственно вот по фракталам это видно более-менее, вот так вот именно где они максимально выделяются, и дальше уже вот он импульс формируется восходящий. Вот так. То есть в нем, естественно, все там четверки, пятерки, за первую заходит четвертая, потому что ну, это компактное движение такое. А дальше вот отсюда берем вот от этого максимума. Если хотите, можно вот на часовике открыть. Тут будет достаточно большое количество баров, тут 200, а 2 часа строит, но тем не менее дивера видны. И очень вероятно, что этот импульс завершился. Не исключено, что внутри дня пока могут начаться восходящие движения, но вероятно в рамках этого диапазона, хотя может и выше там 6.22. Но после того, как все вот это закончится, на 4 часах там на дели, вот эта вот плоская коррекция и вот этот диапазон завершится, я не исключаю дальнейшего движения вниз. Давайте на этом мы закончим. Я вас благодарю за внимание. Если будут вопросы, вы всегда можете написать мне на почту или личное сообщение ВКонтакте. С вами был Александр Котин. Желаю успехов и встретимся завтра также в это же время. До свидания.